стенах не знала, что это земля. Кремль Измайлова с самого своего основания всегда являлся участником и площадкой для проведения значимых мероприятий и проектов, посвященных Великой Победе. На постоянной основе в экспозиции музея хлеба в Измайловском дворе был выделен отдельный экспозиционный раздел, посвященный хлебу Победе, который представлен сегодня здесь. Сегодня мы представляем для нас очень важный и человеческий драмовый проект «Трагедия, преодоление, подвиг 14-18 шагов победы», посвященный Великой Победе, которая одержала человечество в 20 веке. Все наши мероприятия, такие как фестивали, патриотические программы, музейные проекты, конференции и круглые столы, направлены на сохранение и популяризацию народной культуры и традиций, которые есть основой жизни любого народа. Поэтому этот проект, посвященный 75-летию Победы, также является международным, поскольку борьба с фашизмом объединила все человечество против мирового зла. Участие в данном проекте были приглашены наши коллеги и друзья из Республики Сербской, наши соотечественники из Германии, которые ведут очень серьезную научную работу по сохранению исторических памяти для потомства. А сейчас я хотела бы передать слово главе представительства Республики Сербской Российской Федерации господину Душкову Петровичу.